Друзья, Винегрет Стрит сегодня вместе с вами готовит салат по-львовски. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте, ставьте лайк, колокольчик. Поехали! Для салата нам надо два вида помидоров, розовые и желтые, базилик, зубчик чеснока, оливковое масло, кусочек сыра, перец, соль и орегано. Потерли сыр, порезали помидоры, приступим к соусу. Убираем помидоры, сыр и чесночок, листья базилика обрываем, добавляем где-то пол зубчика чеснока, совсем чуть-чуть для остроты, добавляем соль по вкусу, сколько вы хотите, добавляем несколько капель орегано, перец. Добавляем оливковое масло и все это взбиваем блендером. И уже после того, как взбили, добавляем немножечко еще оливкового масла. Если вся заправка у вас не пойдет на салат, предположим, вы сделали больше, можно ее поставить в холодильник, и она будет очень долго храниться. Сверху посыпаем нашей заправочкой. Можно так чуть-чуть на по краям. Добавляем перец. Посыпаем тертым сыром. У нас это голландский сыр. Лучше, конечно, пармезанчиком. И немножечко капель салата сверху. И украсим листиком. И вот такой салат у нас получился.